Здравствуйте, дамы и господа, с вами Елена, и вы на моем канале Елена Элегант. И сейчас будет видео, обещанное давно мною, но оно так и не вышло в свет, и вы сейчас поймете почему. Дело в том, что первый раз в жизни, 31 июля 2018 года, я выиграла. Вот этот набор у Марины Гончаровой в группе «Фактура». Очень обрадовался этому событию и загорел снять видео о группе. Мне очень понравилось, чем она занимается. И вообще понравились стильные вещи, которые они производят. Вот. Но когда я получила набор, я была слегка шокирована. Вот этот элемент, он круглым оказался, тот был овальным. Ну, в розыгрыше, да, фотография, которая была представлена. И в реале все эти... В общем, фотография была высвечена, очень сильно высветлена. И все эти элементы оказались очень темными в жизни. И, честно говоря, я не знаю, как вот использовать, да, в каких работах это все использовать. И ситуация не закончилась этим. Я захотела заказать светлые элементы, заказала вот этот набор у Марины. Он стоил 1350 рублей. Вот этот маячок для ножниц, вот эта брошь с магнитом, иголочки, да, и вот, собственно, нитковдеватель вместе с декоративными украшениями. 1350 рублей. Ну, я не в курсе этих цен, на мой взгляд, это, конечно, дорого, но, может быть, в комплектующие составляющие они того стоят. Но, честно говоря, вторая посылка, если первая посылка дошла за, по-моему, меньше, чем две недели, а группа, сама Марина Гончарова, она живет в Севастополе, то вторая посылка, до Москвы посылка, то вторая потерялась. И она даже из Симферополя не вылетела. И потерялась, и я попросила Марину подать заявление на розыск. Она мне ответила, что это могу сделать и я. Вот. Я ответила, что не могу этого сделать, потому как ошиблись в моей фамилии, пропустили одну букву. Вот. И на этом разговор закончился. Вот. Я, конечно, поняла, что наедине с своими проблемами осталась сама. Вот. Но, слава богу, через три недели посылка объявилась, она все-таки пришла, я чему очень рада. Но вот у меня такой осадок, понимаете, остался. Я, конечно, может быть, человек такой очень чувствительный, и после этого, ну, как-то вот пользоваться этими всеми вещами. Я не говорю, что, как бы, это неправильно. Может быть, был какой-то форс-мажор, но вот я бы написала, например, объяснение, сообщение с объяснением, что произошло, и попросила бы извинений, попросила заменить какой-то комплект или что-то заменить, если что-то не сложилось, не случилось. Я имею в виду вот про этот элемент, либо про посылку, про потери посылки. Каким-то образом, как, конечно, это нужно страховать и страховать риски, потому как, ну, покупатель, собственно, затрачивается. И когда он ничего не получает в ответ, и он остается наедине со своей проблемой, это, конечно, печально. Ну вот, что, о чем я рассказала, как-то душа не лежит теперь к этим вещам, хотя, конечно, это все очень заманчиво и очень симпатично, иголочки мне эти очень понравились. Первое время как-то пыталась для счета их использовать в разметке канвы. Ну, тем не менее, да, и вот хочу сказать, что гораздо темнее, опять же, эти все элементы, чем нежели на фотографии. Это, конечно, меня расстроило. Вот, поэтому, ну, собственно, я благодарна Марине за то, что я первый раз в жизни выиграла. Вот, и что она мне прислала все-таки этот выигрыш. Ну, вот, как-то он обернулся, конечно, неприятностями для меня. И это все в итоге обернулось тем, что этим набором я, к сожалению, не пользуюсь. Вот, зато я хочу поблагодарить очень одного хорошего человечика. Он, наверное, узнал, кто это, да, вот, за эту коробочку. Вот, она мне пришла вместе с посылкой. Это оказалось подарок. Оказался подарком. Вот эта девушка, она заказала Марина параллельно забыла, пенал он называется, да? И чтобы он пришел с подарком мне. Это, конечно, этому я была безгранично рада. Вот это я не ожидала. Вот чисто была такая неожиданность. Очень приятная, очень радостная. Вот такие события со мной произошли с первым моим выигрышем. Надеюсь, что последующие выигрыши будут гораздо приятнее. И вообще, что они будут. Вот. А вам я желаю успехов и удачи в новом году. Вообще поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. И желаю, чтобы вы выигрывали почаще. И выигрывали те вещи, которые действительно вы хотели бы использовать.
и которые бы были близки вашей душе. Вот. А сама я надеюсь, что я еще буду делать розыгрыши, и что розыгрыши действительно будут хорошими, качественными, и что они дойдут в срок. Надеюсь, да, и что вы будете счастливы, вышивая эти вещи, либо пользуясь этими моими подарками. Вот. С вами была Елена. Встретимся на моем канале и желаю вам всего самого наилучшего.